Мы хотим, чтоб с нами вместе мы пропели эту песню про бескрайние просторы сердцу нашему родного и любимого домового. Так ярко горожан встречает церемония подведения итогов конкурса «Тамбов в цвету». 3 месяца больше сотни участников боролись за звание самого привлекательного двора областного центра. В конкурсе традиционно принимают участие территории и многоквартирных домов, и частных. Оцениваются масштабы цветника и личный вклад участников. Так отметили дом по улице Карла Маркса. Председатель ТСЖ «Солнечный дом» Любовь Воронина рассказывает, что во дворе 150 видов цветов и более 450 сортов. И жильцы не просто радуются многообразию растений. Многие цветы они готовы даже подарить случайному прохожему, которому приглянется тот или иной кустик. Мы за предел своего дома вышли, за предел своего участка. И недавно просто вот в окошко смотрел, видел такую картину, что идет папа, а тротуар у нас обсажен цветами, и ведет маленькую девочку. И она идет вот так и смотрит. То есть ее глазенки на уровне цветов. Она идет в королевстве цветов. И вот я думаю, что у нее это останется вот на всю жизнь, как она шла, вся в цветах. В ежегодном конкурсе порядка 8 критериев оценки. В каждой из 5 номинаций они свои. Основной – размер территории и ее ухоженность. Городская среда – это же ведь не просто пространство. Это то, что создается всеми нами. И причастность каждого горожанина, активное участие, оно, безусловно, делает город лучше. Мы в прямом смысле слова должны становиться горожанами. А горожане мы тогда, когда мы чувствуем, что мы все вместе в ответе за свой родной город. Победители и призеры конкурса получили практичные подарки. Лейки для ухода за своими цветниками и садовые фонарики. Полина Болотова, Олег Осипов, Ольга Кириллова. Область новостей.